Друзья, всем привет, добро пожаловать на первый взгляд игры Dear Man, что в переводе с английского означает «человек-олень». Здесь все как бы логично, Dear — это олень, Man — это человек. Но это не самое главное, что мы будем сегодня скитать по лесу в этой игре, как я прочитал из описания, и, грубо говоря, это первый взгляд. Так, I'm a morning person. Так... Я посещаю моих родителей, и я уже запланировал выйти на пробежку около леса. Мне нравится бегать. Так. В общем, ладно. Это на самом деле не очень важно, весь этот перевод. Главное, это у нас игра получается. И вот мы появились. Везде пусто, и мы видим только один лес. Это был холодное воскресенье. Меньше 5 градусов, и я был готов быстро бегать. Но я же не бегаю, а shift бегать. Какой путь вы хотите выбрать? А давай направо. Я не знаю, это игра хоррор или нет. В жанрах было написано FPS и приключения. То есть... Приключенческая игра у нас, и вот кладбище. Что на кладбище у нас? Блять. Слушайте, только не говорите мне, что эта игра хоррор окажется вдруг. То есть, еще в описании я успел прочитать, что мы увидим человека-оленя. То есть, представьте, мы увидим человека-оленя. Мне страшно уже становится. Слушайте, ребята. Бля, олененок убежал. Игра очень... Очень странная, я бы сказал. И звук... Музыка очень приятная. Что это у нас такое? Топор? А, о! Я помню... Я взял топор. Ну-ка. А, X. Взаимодействовать. Ага, а взять с собой нельзя, да? А, нет, мы взяли. Взяли. Вот. Кто-то какает, нет? Нет, никто не... О! А, я ничего не нашел полезного в кабинке. Слушайте, у нас есть топор, мы можем зарубить оленя. Прекрасная была бы идея, но я не хочу убивать оленя. Олень это... Хорошее существо, мирное, доброе. Но вот человек-олень. Вы сами, друзья, знаете, что олень хотел сказать. А. Лес выглядел очень красивым, все было как-то соединено, он сказал connected. Не знаю, что он имел в виду. В общем, я хотел сказать о том, что олень это добрые существа. Ну, по крайней мере, по своему облику они очень такие милые зверьки. Но, как вы сами знаете, а даже если не знаете, человек — это самое такое коварное животное. Да, это так. Ну, вот он, собственно, лес. Мы бегаем, любим побегать, навещаем родителей. Ну, типичный такой человек 30 лет, который навещает родителей, бегает в лесу. Там работает, наверное, в офисе. Я увидел какую-то хунту, и дверь была открыта. И сейчас мы войдем, нас убьют, да? Нет? Что? А, это... Это что, у нас головоломка, что ли? Подождите. Выглядит круто. Ну, это-то да, но надеюсь, нас человек-олень не убьет тот самый. Мать его. Open. Открыть. А, записка? Я не знаю, что происходит с тобой. Ты покинул... Ты уехал очень рано утром и... И вернулся домой поздно ночью. The only time I get to see you.
Это был единственный раз, когда я увидел тебя. Ну, что я увидел тебя, когда ты asleep, как бы заснул. Становилось сложно для меня, и я боюсь. It's not going to work. Так, я уверен, что ты знаешь. Что ты знаешь, что. В общем, я, конечно, понимаю, что я переводчик еще тот. Так, в общем, в конце. Я надеюсь, ты сделаешь что-нибудь, чтобы сделать это хорошо. Эмили. Эмили. Ок, а что... Ой, вот тут что за хунта? Ничего. Человек-олень где-то должен быть, а? Человек, мать его, олень. Это какой-то хоррор получается, что ли? Вы что задумали, мать его? Вы что, суки, меня напугать решили? Сука! У вас это получилось хорошо. Так, деревянная коробка была закрыта. Но я как бы придумал, как это открыть. На нахуй топором! И я увидел... Вау! Рубашечка. А ее нельзя взять? И еще что-то. Кофта. Почему ее нельзя взять? Мяу. Я верчу. Оглянемся. Никого рядом не было. Я побежал нахер. Нахер, ребята. Я не знаю, что игра хочет от меня. Очень, очень страшно. Особенно, когда олень в меня вошел. Олененок, ты же добрый. Ну, куда ты побежал? А может быть, за оленем надо? Чтобы найти человека-оленя? Олененок, ты куда? Там пуст. Ёпта. Блин, ну там ничего нет же. Ладно. Фух, хорошо, ребята. Мне вот никогда не нравились хорроры, потому что я к этим вещам очень слаб всегда был. Не знаю, что из этого выйдет сегодня у нас. Или это хоррор, или нет, но я испугался уже один раз. И мне не нравится здесь атмосфера, да, приятная музыка. Что такое, кто болтает? Че, бля? Где нахуй? Что происходит, бля? Эу. Может, понажимать тут надо, нет? Я тоже так умею делать. Я не знаю, что они пытаются этим сказать. А там мы уже были. А, подождите, давайте вернемся в начало. Угу. Ёб твою мать. И вернемся в начало, что... Или... А, мы налево еще. Блять. Человек. Этот, блин. Это уже не человек. Олень, это человек пиздец. Мне очень страшно. Игра, кстати, я забыл сказать вам, сделана на движке Unity. Почему у нас вот этот значок посередине? Он как бы... Значок оленя. Рога и кружочек. Как-то глупо выглядит, согласитесь. Здесь мы уже пробегали. Здесь мы были. Были-были. Еще как были. Но почему-то я, когда посмотрел, там нашел одежду, я и потерял топор, и как бы не смог взять одежду. Я не знаю, зачем тогда мы открывали ту деревянную коробочку, тот деревянный ящик. Ну, как бы мы пробежались такие, допустим. Допустим, ну, давайте представим только, что все хорошо, никакого человека-оленя не существует. Мы обычный человек, мы немножко физическими упражнениями занялись и пробежались. Эй, бля! What is that? Эй, пидор! Бля, пошел нахуй, блядь, сука, пошел, беги, парни, блядь, они тоже на меня побежал, бля, пидорас. О, блядь. Блядь, он прямо через деревья бегает, твою мать. Бежим куда-нибудь уже. Ой, я застрял, блядь.
Бля. Блять, он прямо за нами бежит, козел, твою мать. Может, ее деревеньку пробежаться, я не знаю. Бля, он нас догоняет, что ли? Там что впереди? Куда бежать? Что делать, бля? Фу, твою мать, это хоррор, что ли, какой-то? Оленята, помогите! Оленята, помогите! Парни, кто-нибудь? Жесть какая! Ох, твою мать, а! Какая ты жопа! Пошел ты нахер, козел! Я тебя сейчас отведу куда-нибудь, я тебя сейчас сам покажу. Милиция, блин, парни, кто-нибудь, помогите! Че тут, прохожих нет, что ли? Которые просто гуляют в парке. А вот я что-то вижу, Может, его в туалет завести, вот этот, и избить его там в кабинке? Эх, не знаю. А, подождите, кабинка здесь? Значит, нам нужно... Блин, нам нужно бежать. Ну, как минимум, нам нужно бежать и не останавливаться. Это я знаю точно. Это точно, ребята. Нам нужен этот, как его? Его домик, блин. Изба его. Туда его как-то заманить, может быть, он станет человеком. Задолбал. Или на кладбище. Давайте через кладбище попробуем. Бля, он прям за нами бежит, смотрите, а. Запутать его можно как-то? Давайте вот сюда. Давай. Беги сюда, беги. Я знаю, как тебя заманить. Я знаю, как тебя обмануть. Хитрец ты сам такой. Испугал меня еще раз. Давай, внутрь. Опа, сука. Чё? Давай, закрывай нахуй! Сука! Занято нахуй! Иди в жопу! Козёл, блядь. Сука. Бля, ну подумаешь, чё? Блядь, эти коробки. Ёбаный в рот, а чё в этой игре надо делать тогда получается? Да ну нахер, не, ребят. А закрыть нельзя, да. В общем, суть игры в том, что... Блять. Что нам нужно бежать от этого человека-оленя и что-то с ним делать. То есть сюжет какой-то в игре есть. Человек-олень. Небольшой даже хоррор, я бы сказал. И я думаю, на этом мы закончим. Это был первый взгляд игры Dear Man. Человек-олень. С вами был я, Слоу. Очень необычная игра на движке Unity. Неплохо сделали ребята, молодцы. И я надеюсь, вам понравилось. Ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, стоит ли снимать вторую серию. Было бы интересно посмотреть, что там в финале игры, есть ли он вообще. Не знаю даже. В общем, все, всем удачи, всем пока-пока.